When we are studying the language, когда мы начали изучать язык, all I can think of Aleph, Bet, Gimel. Все, что ко мне в памяти приходит, это вот эти лозунги из группы поддержки. So, why am I telling you these stories? Почему я начинаю вам рассказывать все эти истории? Because I want to make clear that God uses very ordinary people. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог использует самых обычных людей. To do His extraordinary things. Для того, чтобы делать самые необычные вещи. While the Lord was preparing David, Господь готовил Давида. He was also preparing my heart. И также готовил мое сердце. And I remember when I was a little girl. Помню, когда я была маленькой девочкой. Playing in the back garden. И играла на заднем дворе. And having a conversation with Father God. И сколько много общения было у меня с Богом Отцом. And I said, Father, I want to marry someone and go around the world and preach the gospel. И я молилась еще, будучи маленькой, и говорила, Господь, я хочу выйти замуж за кого-то, с кем я путешествовала по всему миру и проповедовала Евангелие. Or I want to be on Broadway as a dancer and singer. Или я хочу on Broadway. Yes, it's in New York City. Танцевать на Бродвее в Нью-Йорке. Yeah, it's just different things. Yeah. Или я буду танцовщицей на Бродвее. And God knew. И Бог знал. In that little small conversation that I had with Him. Что в этом маленьком разговоре, которым я был с Ним. The desire that was birthed in His own heart. Что желание, которое горело в Его собственном сердце. Was to go around the world and preach the gospel. Было первым для того, чтобы я вышла и путешествовала по всему миру, проповедуя Евангелие. And so from a very young age, I felt a growing hunger in my heart for God. И поэтому с самого раннего возраста у меня был постоянно растущий голод и жажда по Господу. And it's been that hunger that has propelled me through the years. И именно этот голод держал меня многие годы. Even until I met my husband. И до того момента, как я встретила своего будущего мужа. And then together God caused a rising hunger in both of us. И поэтому потом вместе Господь дал возрастающий голод возрастающему голоду вместе в нас. To say, God, what do you have for us together? Сказать и спросить у Бога, Господь, что у тебя, какие у тебя цели для нас? We want to run after that. Мы хотим следовать этому. We are hungry for that. Мы жаждем этого. What is the dream of your heart? Каково желание твоего сердца? What are you saying to us personally? Что ты говоришь нам лично? That we can avail ourselves to. Чтобы мы могли посвятить себя этому. So it was a process of a small child's dream. То это стало процессом маленькой мечты маленькой девочки. And I say this for a reason. Я говорю это не просто так. Because each one of you have had dreams. Потому что у каждого когда-то были мечты. Each one of you have had a vision. У каждого были видения. Of something. Чего-то. Even if it wasn't right here, здесь ли это было? You've dreamed about something. Возможно, вы о чем-то мечтали. And I want you to know it is a hunger, a growing hunger inside of you. Я хочу сказать, что это растущий голод, который есть внутри вас. That causes that dream to grow. Который побуждает эту мечту расти. And then all of a sudden, а потом внезапно, God prepares an opportunity. Бог готовит возможности. For you to jump into. Для того, чтобы вы сделали скачок. And be His arms and legs. И были Его руками и ногами. And oftentimes he'll use the prophetic to do that. И часто он может использовать пророчество для того, чтобы вы делали это. God will begin to speak. Господь будет говорить. And he'll sense, he'll give us or you or someone.
И вы почувствуете, он может дать вам или нам или кому-то еще. Ooh, I see the dream in her heart from a young age. Увидеть, что в этом человеке есть желание с раннего возраста. I see something that she had in her heart or he had in his heart. Я вижу что-то, что есть у него или у нее в сердце. And I want to encourage them. Я хочу воодушевить их. To move forward in it. Для того, чтобы они в своей мечте двигались вперед. And this is what the Lord did with David and I. Это то, что Господь сделал со мной и Давидом. He took the dreams of our heart. Он взял мечты нашего сердца. That were centered in Him. Которые были сконцентрированы на Нем. He took us around the world. Он повел нас по всему миру. Preaching the gospel. Проповедуя Евангелие. And then raising up. И поднимал. Discipleship training schools for young people. Поднимал школу ученичества для молодых людей. When our oldest daughter was 18, когда наша старшая дочка была в возрасте 18 лет, she wanted to join a Christian ministry that had medical ships. Hospital ships. Она хотела присоединиться к христианскому служению, которое это были определенные медицинские корабли. And she found that there was a ministry called Youth with a Mission. И она нашла служение, которое называлось YM, молодежь с миссией. Who had several large hospital ships traveling around the world. У которого было несколько огромных кораблей госпиталей, путешествующих по всему миру. And when she found out that the school was in Cyprus, и когда она обнаружила, что есть одна школа на Кипре, it was also a school that took families, not just single people. И это была также школа, которая приглашала не только холостых людей, но также и семьи. So in 1982, Emma and I and our family moved to Cyprus and joined Youth with a Mission. И поэтому в 82 году мы с Эммой и взяли всех наших детей и присоединились к этой группе молодежь с миссией. Often you think you're going somewhere because the Lord sent you. Иногда часто вы думаете, что вы идете и едете в определенное место, потому что Господь послал вас. One of the strategies of the Lord is to get you moving. Но одно из стратегий Господа это сделать так, чтобы вы начали двигаться. In world mission, there's a saying. В мировой миссии есть изречение. Mrs. Smith went to Africa for the Africans. Миссис Смит поехала в Африку для африканцев. But God sent Mrs. Smith to Africa for Mrs. Smith. Но Господь послал миссис Смит в Африку для миссис Смит. And in the meantime, the Africans got blessed. А в это время африканцы получают благословение. We went to Cyprus thinking we were going to be on hospital ships. Мы поехали на Кипр, думая, что мы будем работать в этих медицинских кораблях. But God sent us to Cyprus to disciple us. Но Господь на самом деле послал нас на Кипр для того, чтобы нас обучить чему-то. We had been to Bible college. Мы пошли в библейский колледж. We had been to mission training schools. Мы пошли в миссионерские школы тренировочные. We had been active in world mission. Мы были очень активными в мировых миссиях. But God thought we needed discipleship. Но Господь думал, что нам нужно ученичество. So we had our first real teaching of character change, God-like character change, on the island of Cyprus. Поэтому на острове Кипр впервые в жизни мы пережили очень серьезное учение об изменении характера. In Bible college, we learned many things about the Bible. В библейском колледже мы узнали очень много о Библии. In mission training school, we learned many things about world missions. В миссионских, в тренировочных школах миссии мы очень много узнали о том, как ставить миссии по всему миру.
But God wanted to teach us about himself. About kingdom culture. Познавать культуру царства. About God's nature and God's character. Познавать Божью природу и Божий характер. I had already been a pastor. Я уже был пастором. I had been involved also in traveling ministry operating in the prophetic. Я был также вовлечен в пророческие миссии, путешествующие по всему миру. But God had a different idea. Но у Бога была другая идея. He wanted me to be more like him. Он хотел, чтобы я был похожим на него. Not just to know about him. Не только знал его. And not just to do his work. Не только делал его работу. But to really know him. Но действительно, чтобы познавал его самого. We had no idea when we went to Cyprus what God had planned for us. Когда мы собирались ехать на Кипр, у нас понятия не было о том, что Бог собирается нам для нас делать. And some of us sitting in this room still are waiting to find out what is God's plan for my life. И некоторые сидящие в этом помещении, наверное, тоже задумываются, какой у Бога план для моей жизни. So after going through a discipleship training program for young people, и когда мы прошли эту программу ученичества для молодых людей, we had leaders over us who were the same age as our oldest daughter. У нас лидеры были ровесники нашей дочери. And they thought they were going to have fun with me. И они думали, что со мной будет весело. So they put me on the garbage program. Поэтому они меня отправили в программу мусора. I was responsible for all the garbage on the at the training school. Я был ответственным за уборку всего мусора всей этой школы. And I was responsible for maintaining the vehicles of the base. The cars and the vans and the trucks. Я был ответственен за весь этот процесс организации машин по уборке. I had an experience already as a pastor in a large church. И просто подумайте о том, что я пошел на эту работу, имея опыт работы пастором большой церкви. I was invited to many, many churches to speak about the prophetic gifts of God. Меня приглашали во многие церкви для того, чтобы говорить о пророческих дарах Бога. And to demonstrate the word of knowledge gift. И демонстрировать дар слова знания. Also the word of wisdom gift. И также дар слова мудрости. I was okay with the word of knowledge. У меня было все в порядке со словом знания. But I didn't have any wisdom. Но мудрости у меня не было. Thank God when my wife started traveling with me. Слава Богу, когда жена присоединилась ко мне в путешествие. So here were these young leaders, my daughter's age, telling me, take out the garbage, clean the trucks, do all of these practical things. И вот молодые лидеры, ровесники моей дочери, которые говорят мне, окей, давай ты будешь ответственным за мусор, убирай-ка здесь, организовывай машины, чтобы все было чисто. I wanted to explain to them, they need to look at my application. Я хотел им объяснить, чтобы они заглянули в мою анкету. I was a pastor in a large church. Я на минуточку был пастором большой церкви. I was operating in the gifts of the Holy Spirit. Я оперировал дарами Святого Духа. But then God began to speak to me. Но потом Бог начал говорить ко мне. He said, David, он сказал, Дэвид, the way up is down. Путь наверх — это спуститься вниз, внизу. I said, say that again. Я сказал, повтори-ка, я не понял. He said, the way up is down. Он говорит, путь наверх находится внизу. I said, well, right now I'm feeling very low. Я говорю, ну, Господь, сейчас я очень уж себя внизу чувствую. I am discouraged. Я в отчаянии. I am disappointed. Я разочарован. We spent all our money to bring our family here. Мы все свои деньги потратили для того, чтобы семью сюда привезти. And I am miserable. И я себя чувствую несчастным. And you know what God said? И знаешь, что Бог сказал? He said, this is good. Он сказал, отлично. Now I can start something in your life. Теперь я могу начать работать в твоей жизни.
It was nothing we learned in Bible college. Такому в библейских колледжах не обучают. We didn't learn it at mission training school. И даже в школах по тренировке миссии. But we began to realize God was after something more. Но мы начали осознавать, что у Бога были намного более глубокие, большие планы. If we operate in the gifts of the Holy Spirit, если мы оперируем дарами Святого Духа, but our character does not match God's, но когда наш характер не отражает Божий характер, He would rather that we didn't sign up for the kingdom of God. He would rather that we were not representing His kingdom. Он предпочитает, чтобы мы не чтобы мы в этот момент не представляли Его царство, не были представителями Его царства. God is more interested in our character than anything else that we can do for Him. Бог заинтересован в том, чтобы наш характер отражал Его намного больше, чем что-либо другое. Он заинтересован в этом намного больше, чем во всем остальном. I didn't become an easy student for God. Я был не самым легким учеником Бога. I spent weeks arguing with Him. Я неделями спорил с Ним. Because I thought I had already come to a certain position in the journey of being a believer. Потому что я думал, что я уже достиг определенного положения в своем путешествии, дороге веры. And that I should be appreciated more. И что меня должны немножко больше ценить. And I told God. И я сказал Богу. I said, God, I'm not appreciated the way I'm supposed to be. И сказал Бог, меня не ценят так, как меня следовало бы ценить. What do you think he said? Что вы думаете, он сказал? He said, I don't appreciate you at all. Он говорит, я тебя вообще не ценю. You are not representing who I am. Ты не представляешь меня, кем я являюсь. You are representing who you want to be. Ты представляешь себя и говоришь о том, кто ты и кем ты хочешь быть. And you're using me. И используешь для этого меня. To pretend something that you're not. Для того, чтобы притвориться кем-то, кем ты не являешься. This was one of the most difficult conversations I ever had. Это был самый один из самых сложных разговоров, которым я когда-либо был. A little bit about us. Немножко о нас. May I ask just a couple of questions, please? Можно я задам пару вопросов? Is that okay? Ничего. How many of us believe that we have heard God speak to us at one time or another? Кто из вас верит, что хотя бы один раз Бог с вами говорил? Would you raise your hands? Okay. How many people here remember hearing God as a child? Кто из вас помнит в детстве, кто из вас в детстве слышал Божий голос? Raise your hands if you heard God when you were a child. Если вы, будучи ребенком, слышали Бога. Most people did not hear God when you were a child. Большинство, я вижу, не подняли руки. Никто не помнит такого переживания в детстве, что вы слышали Божий голос. Кто помнит, поднимите руки. Two people said, maybe I heard a little bit, I don't know. Пару людей сказали, я так не помню, может быть, что-то и помню. But am I correct in understanding that most of you are saying you did not hear God as a child? То есть я правильно вас понимаю, большинство из вас не помнят такого опыта, что вы слышали Бога в детстве. Как дома или в детстве? She said that as a child or in childhood, these are two different things. Yes, when you were little, when you were young, did you ever hear God's voice? Did you ever feel God was speaking to you? Okay, that's good. How many of us believe that God has a specific call for our lives?
Кто из вас верит, что у Бога есть определенные специфическое призвание для вашей жизни? Raise your hands. How many are not sure? Кто не уверен? How many don't believe God has a specific call on your life? Кто точно не верит в том, что у Бога есть специфический план для вашей жизни? Okay. How many of us believe that God spoke to us about world missions? Кто из вас верит, что Бог говорил вам о мировых миссиях или мировом призвании? Maybe you're thinking of it in a different way. Может быть, вы по-другому на это смотрите, по-другому это понимаете. Let me rephrase that. Я хочу перефразировать. How many of us believe that God has a specific purpose in our lives to represent Him to the world? Кто из вас верит, что у Бога есть определенная цель для вашей жизни, чтобы вы были Его представителем в этом мире? Okay. Thank you very much. This helps me. Now, how many of us have had dreams at some time in our life that have not yet been fulfilled? Кто из вас когда-либо в каком-то периоде своей жизни у вас были мечты и желания, которые пока еще не исполнились? Dreams or godly dreams. Dreams. A dream from the Lord. You mean when you sleep or when you dream sleeping. About something? Okay, if you're sleeping, it's a dream. Way. If you're awake, it's a vision. A dream or a vision. You're saying you believe that God has given you either a vision while you're awake or a dream while you're sleeping that has not yet come to pass. То есть вы говорите, что у вас были в жизни или мечты, или сны, или видения, которые все еще не исполнились, да? Кто-то поднимите руку. Okay. Okay, this is very helpful. Мне это очень помогает. Now, I want to speak, take a few minutes. What time do you have? Stop. Oh, this is the best watch. It's stopped. Never mind that. This one we're going to go by here. Он посмотрел на часы, а у меня батарейка села. Он говорит, это лучшие часы в мире. Они никуда не спешат. Anybody else have a watch like this? Еще у кого-нибудь есть те часы с батарейкой, которые не работают? I think we could make good business with this watch here. Я думаю, что мы сейчас быстро бизнес замутим с этими часами. I want to share a verse with you, and then I want to talk about it a little bit. Я хочу с вами поделиться одним местом писания, и мы об этом потом поговорим. It's a verse from 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Это вторая Паралипоменон 16:9. If you have your Bibles, you can turn there. Пожалуйста, откройте 2 Паралипоменон 16:9. If you're using your Bible on your phone, make sure that you're using the Bible on your phone. А если вы в руках держите телефон, то давайте мы с вами вместе убедимся, что в телефоне вы открыли Библию, а не что-то другое. It's difficult for pastors, leaders, rabbis these days to know if people are looking at the Bible on their phone or if they're texting their friends. Сегодня смартфоны сделали жизнь всех лидеров очень сложной, потому что поди пойми, что там делают в телефоне, Facebook или Библия. So let's read this verse. Давайте теперь прочитаем. And are you going to read it in English or you're Russian? Okay. 2 Chronicles chapter 16 Verse 9. 2 For the eyes of the Lord. For the eyes of the Lord. Ибо очи Господа run to and fro throughout the whole earth.
to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. It says the same. Ибо очи Господа воззревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Let's read it again. Еще раз хочу прочитать. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose hearts are loyal to him. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. What does this verse tell us? О чем нам говорит это место Писания? One of the most important characters, nature, culture of God is loyalty. Одно из самых сильных черт характера, природы и культуры Бога – это преданность. The Lord is speaking about this character, this way of being all over the earth today. Постоянно и даже до сегодняшнего дня Бог говорит об этой черте характера, об этой о преданности. Loyalty is one of the most important attributes of God. Преданность – это одна из самых сильных, неотъемлемых атрибутов Бога. This verse says, the eyes of the Lord run. И здесь написано, в русском переводе написано, его очи Господа обозревают, а в английском переводе написано, очи Бога бегают для того, чтобы увидеть это. God's eyes are intensely searching for men and women whose hearts are loyal. Очи Господа выискивают мужчин и женщин, которые преданы ему. You see, loyalty is a very high value in God's culture. Преданность – это очень ценная черта характера в Божьих глазах. God told Ezekiel, the prophet, I sought for a man. Бог сказал пророку Иезекиилю, я искал человека. God is always searching. Бог всегда ищет. He's looking for a loyal man or woman. Он ищет преданных мужчин и женщин. Once God finds a Noah, he can send a flood. Когда Бог нашел Ноаха, он послал потоп. Once God finds a Joseph, he can give Pharaoh a divine dream. Когда Бог нашел Иосифа, он смог открыть фараону божественный сон. Once God has an Elijah, he can turn a nation around. Когда Бог нашел Илию, он мог обращать народы. When God has a Yeshua from Nazareth, he can save the world. И когда Бог нашел Иешуа из Шеларахатая, из Назарета, он спас мир. God is always looking for loyalty. Бог ищет верность. When he finds a loyal heart, he can do mighty things on the earth. Когда он находит верное сердце, он может делать могущественные вещи на этой земле. God is in the business of bringing many sons to glory. Бог и у Бога основное дело это приводить многих сыновей к славе. What kind of sons? What kind of daughters? Каких сыновей, каких дочерей? The ones that are just like Yeshua. Такие, как Иешуа. Truly loyal even unto death. Преданных до самой смерти. And he has chosen every one of us, you and all of us together, to be part of his family. И он избрал всех нас, каждого сидящего здесь, для того, чтобы мы были частью его семьи. How do we know this is true? Как мы можем знать, что это правда? Let's look at the Godhead. Давайте посмотрим на заглянем в Божью голову. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Absolute loyalty between each of them. Абсолютная преданность между ними. God the Father is radically loyal to the Son.
Бог Отец непреложно верен сыну. God was loyal to Moses. Бог был верен Моисею. He was loyal to all the prophets. Он был верен всем пророкам. But now his only begotten son was living on the earth. Но сегодня, в последние дни его сын, который жил на земле. And the Father established beyond all doubt that his loyalty to his son surpassed all other loyalty. When he thundered from the skies on the Mount of Transfiguration, you remember some of the disciples were on the mountain with Yeshua. Moses and Elijah were there. И Моше и Илия были там. Peter got so excited. И Петр настолько был возбужден. He said, Yeshua, let's build tents for each one. One for Moses, a tent for Elijah, and one for you. И он сказал, настолько переполняли его эмоции, что сказал, давай построим три шалаша. And at that very moment, и для Илии, в тот самый момент, thundering from the sky, и гром и молнии с неба, the words came, this is my beloved son. И было сказано слово, это мой возлюбленный сын. Not him, not him, this, Yeshua is my beloved son in whom I am well pleased. И не Моше, и не Илия, а именно он, Yeshua, мой возлюбленный сын, и в котором мое благоволение. Yeshua, the son, is equally loyal to the Father. И Yeshua, Сын Божий, таким же образом предан своему Отцу. Yeshua said, I always do those things that please him. Yeshua говорил, я не всегда делаю то, что угодно моему Отцу. The ultimate expression of loyalty is when he chose God's will to die on the cross. И самая высшая преданность — это когда Иешуа выбрал для себя Божью волю и умер на кресте. The Holy Spirit is also deeply loyal. Дух Святой также глубоко предан. Yeshua said about the Holy Spirit. Иешуа сказал о Духе Святом. He will glorify me. Он прославит меня. For he will take of what is mine and declare it to you. Потому что он возьмет то, что есть у меня, и провозгласит это вам. We have such a clear picture of loyalty among the Godhead. У нас есть такая картина ясная Божьей преданности. When King David was turning over the ministry to his son Solomon. Когда царь Давид передавал трон своему сыну Соломону. He prayed to the Father. Он молился Отцу. Give my son Solomon a loyal heart. Дай моему сыну Соломону преданное сердце. So he can keep your commandments, your testimonies, and your statutes. Для того, чтобы он мог исполнять твои заповеди и твои повеления. Loyalty is given to the heart. Преданность дана в сердце. From the Spirit of God. Это дает нам Святой Дух. And then Solomon himself later on said to the people. А потом сам Соломон говорил людям. In 1 Kings chapter 8. В первом царстве, восьмой главе. Verse 61. You just make a note. Solomon said to the people, "Let your heart be loyal to the Lord our God." Соломон говорил людям, пусть ваше сердце будет предано Господу Богу. The Brit Hadashah puts it this way. В Новом Завете об этом написано так. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Приблизимся к с истинным сердцем и уверенностью в нашей вере. You find that in Hebrews 10:22. Это написано в Евреях 10:22. A true heart is a heart that is loyal to God. Истинное сердце — это сердце, которое предано Богу. I'm going to say something that may sound strong. И я скажу что-то, что может кому-то звучать сильно, слишком сильно. Our loyalty to God наша преданность Богу must supersede even
our loyalty to our own family members. Наша преданность Богу должна превышать даже нашу преданность нашим членам семьи, нашей семье. It was the great test that God gave to Abraham over his son Isaac. Это было огромное испытание, через которое Бог провел Авраама и его сына Ицхака. So what does it mean to be loyal to God? Что значит быть преданным Богу? Here's three things I believe it means. Есть три пункта, в которые я верю. Think about this. Подумайте об этом. See if it matches your heart. Посмотрите, если это соответствует вашему сердцу. First. Первое. It means to give God my unconditional love. Отдать Богу мою безусловную любовь. Second. Второе. It means that I look to Him alone as the source of my salvation, my deliverance, and my help. Я буду смотреть только на Него, на одного, как на источник моего спасения, освобождения и помощи. Third, третье. I never violate His circle of influence. Я никогда не выйду из Его круга влияния. What do I mean? Что я имею в виду? I never touch His glory and His affections towards His bride. Я никогда не прикоснусь к Его славе и почтение невесты. A true, loyal child of God. Истинный верный ребенок Бога. Is jealous. Он ревнует. For what? Чего? That all the glory goes to the Father. Чтобы вся слава шла Отцу, была предана Отцу. And that we do not touch the glory of God. И чтобы мы не посягали на Божью славу. When we recite what is called the Lord's Prayer, когда мы произносим молитву Отче наш, Our Father, hallowed be Your name. Отче наш, сущий на небесах. Not my name. Не мое имя. Hallowed be Your name. Чтобы там по-другому, да светится имя Твое, Твое имя. Why am I saying all of this? Почему я говорю все это? Because loyalty will be the dividing factor in the body of Messiah. Потому что преданность будет определяющим фактором в теле Мессии. I am speaking. Неотъемлемым фактором в теле Мессии. It will be the dividing factor in the body of Messiah. Это будет разделяющим фактором. It will put people on one side or the other side. То есть Бог разделит людей на преданных и на непреданных. The issue of loyalty. Именно преданность будет определяющим фактором. We are always tested in the character and nature of God to see if ours matches His. Мы всегда, Бог проверяет нашу натуру, нашу природу и наш характер для того, чтобы посмотреть, насколько она соответствует Его характеру. God's ways are so different than man's ways. И пути Господа очень отличаются от путей человека. There are two primary things that attract and impress people. Есть две основных вещи, которые впечатляют и привлекают людей. Understanding, понимание, and power. И сила. The apostle Paul had them both. У апостола Павла было и то, и другое. And because of that, God had to give him a thorn in his flesh. И из-за того, что у него было и то, и другое, ему было дано жало в плоть. Do we want to be like Paul? Хотим мы быть как Павел? Rav Shaul, do we want to be like him? Кто-то хочет быть как Rav Shaul? God's purpose was to make Paul a pitiful sight. И Божья цель была pitiful sight? Yes, pitiful means poor little thing. It was his goal? Was his purpose? No? It was the way that God had to reach him. Бог достигал Павла, то есть у него была жало в плоть, и он смотрел, он достигал его в его боли. So why? Почему? Because
men would give glory to God instead of giving it to Paul. Для того, чтобы люди воздавали славу Господу, вместо того, чтобы они воздавали славу Павлу. Why were they tempted to give glory to Paul? Почему у них было искушение воздать славу Павлу? Because Paul's power was great. Потому что сила Павла была очень. His supernatural manifestations of the Holy Spirit were great. У него были сверхъестественные проявления даров Святого Духа, это было что-то невероятное. But his revelations were even greater. А откровения его были просто бомбой. How can God give apostolic influence? Как Бог может дать влияние апостола? To his people. Его людям. Without also giving a thorn in the flesh, без того, чтобы дать жало в плоть, to keep the glory away from the person, для того, чтобы слава не переходила к человеку. Now there's a second thing that a true son is jealous about. И вторая вещь, о которой истинный сын ревнует, так сказать. A true son is jealous over God's bride. Истинный сын ревнует о Божьей невесте. That none of the bride's affections go to the people, but only to God. Для того, чтобы от невесты ничего не отошло людям, чтобы все шло к Богу. John said, John the baptizer, John, Иоанн Креститель, he said, I must decrease. Он сказал, мне следует умоляться. He must increase. А ему возрастать. So I'm talking about loyalty, but what is loyalty? Я много говорю о преданности, и все-таки что же такое преданность? What do we think loyalty means? Что вы думаете, что такое преданность? I'm laying a foundation for us to understand the importance of how God sees all of us. Я пытаюсь установить основание для того, чтобы вы поняли важность, как нас Бог видит, как на Бог смотрит на нас. Важность этого. Many of us in this room want to operate in the supernatural gift and power of God. Многие, находящиеся в этой комнате, хотят оперировать сверхъестественными Божьими дарами. For some of us, it might be a secret desire. Возможно, в ком-то это желание очень тайное. For young people, it's more of an open desire. У молодых людей это более открытое желание. But who here wouldn't like to be used by God in the realm of the supernatural? Но кто из вас не хочет быть использованным Богом в сверхъестественных дарах? Кто не хочет? Who doesn't want to be used by God? Кто не хочет, чтобы Who does not want to be used by God? Сверхъестественным образом? Of course. Of course. We all want to be used by God. Конечно, мы все хотим быть использованными Богом. And we'd all like to be known as having gifts of healing, gifts, words of knowledge, words of wisdom, prophecy. И мы хотим, чтобы нас знали как людей, которые имеют дары исцеления, пророчества, слова знания. And God wants us to. И Бог хочет, чтобы мы таковыми являлись. God wants His body to be radically like Him. Бог хочет, чтобы Его тело было радикально было похоже на Него. God wants His body to be just like His Son Yeshua. Бог хочет, чтобы Его тело было таким же, каким является Его Сын Иешуа. I know it's been a long week. Я знаю, что это была тяжелая неделя. And it's Erev Shabbat. И сейчас Erev Shabbat. And there's probably going to be a very nice buffet out there soon. Yeah, скоро ждет нас хорошее угощение. We can have some wonderful social interaction while enjoying good food. И у нас будет общение за столом. But God in these hours is looking for a people. Но даже в это время, в эти часы, Бог ищет людей. Who operate in the supernatural in a very natural way. Которые будут естественным образом совершать естественные вещи. Where when people come through that door, чтобы когда люди, которые заходят через эту дверь, they know something is different. Они заходили сюда,
The atmosphere is different. Это место, эта атмосфера отличается от того, что вне. They feel a charge of electricity in the air. Для того, чтобы они чувствовали разряды электричества в воздухе. They have an expectation that something is going to happen. Для того, чтобы они заходили сюда, у них появилось ожидание чего-то сверхъестественного. They have a desire that when they leave, they'll be different than when they came in. Чтобы у них было желание уйти отсюда другими, не такими, какими они пришли сюда. This is God's intention. Это Божье намерение. This was Yeshua's purpose. Это была цель Иешуа. Salvation doesn't mean just I don't go to hell. Thank God I go to heaven. Спасение это не только я не иду в ад, слава Богу, я иду в рай. Salvation means living a different life. Спасение это жить на земле другой жизнью. We are practicing now on earth what we'll be doing in the millennium. Мы на земле будем практиковать то, что будет происходить в миллениум. And the level of practice that we achieve, like learning to play the piano well. И уровень этой практики подобно тому, как мы учимся игре на фортепиано. Could well determine our position in the millennium. Может на самом деле хорошо определить нашу позицию в тысячелетнем царстве. Yeshua is coming back soon. Yeshua скоро вернется. How many believe that? Кто в это верит? How many really believe it? Кто в это на самом деле верит? Well, that's not a big deal because the Bible says Yeshua himself said, I'm coming back soon, and that's been 2,000 years. Наверное, даже математически посчитать несложно. Иешуа 2000 лет назад сказал, я скоро вернусь, уж пора бы. But it's true that the signs of the times are all pointing to his soon return. Но на самом деле те знамения, которые описаны, действительно указывают на его скорый приход. Many Bible prophecies have already been fulfilled. There are about 17 or less yet to be fulfilled. Очень многие пророчества библейские уже исполнились. Осталось исполниться, может быть, еще 17. Где-то 17. And at the rate that everything is moving now. И таким и в тот ритм, в том ритме, в котором все сейчас движется. The Lord can come back much sooner than we would have thought even 10 years ago. Может вернуться намного быстрее, чем мы думали даже 10 лет назад. Prophetically speaking, the scripture that comes to me as David is speaking, and I just keeps ruminating, it just keeps coming over and over. Пока Давид говорит, ко мне приходят места писания пророческие. It's from Romans 13. Например, Римлянам 13 глава. Romans 13:11. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of slumber. For now our salvation is nearer than when we first believed. Римлянам 13 глава 11 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне приблизилось к нам спасение, нежели когда мы уверовали. I believe it's a time of awakening loyal hearts. Я верю, что это время для того, чтобы пробудиться преданному сердцу. I believe it is a time of awakening your loyal heart. Я верю, что это время для того, чтобы в вас пробудилось преданное сердце. I believe he's saying the night is far spent. The day is at hand, therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Я верю, что это слова написано, где ночь прошла, день приблизился. Итак, отквернем дела тьмы и облечемся в оружие света. He's calling for you to be that loyal group of people. Он призывает вас быть этими преданными людьми. That are hungering and thirsting after him. Которые жаждут и страждут по нему. That you will be like the Shulamite that runs through the city. Чтобы вы были как Иешуа, чтобы вы бежали через город. Where is my lover? Где мой возлюбленный? I must seek him.
Я должна найти его. I must find him. Я должна его найти. A loyal heart is hungry. Преданное сердце всегда жаждет. Is looking. И ищет. Is desiring. И желает. To follow after the lover. Следовать за возлюбленным. Of your soul. За любовью своей души. We are in those days when God is awakening the hearts of His people. Мы живем в те дни, когда Господь пробуждает сердца своих людей. I feel there's an awakening that God wants to do in this place. Я верю, что есть пробуждение, которое Бог хочет принести в это место. That you will not only say, "I am one of His loyal ones." Чтобы вы не просто говорили, я один из преданных Ему людей. But I will be faithful. Но я буду верным. To that call of loyalty. So, I have more things I want to share with you about loyalty, but I think that's as much as you can handle tonight. Есть очень много еще других вещей, которые можно говорить о преданности, но я думаю, что на сегодня достаточно. Yeshua said, "I have many things to say to you, but you cannot bear it." Иешуа сказал, есть много, что я хочу вам сказать, но вы пока не способны принять. And I have many things to say to you, but your seats cannot bear it. Но я могу многое вам сказать, но пока вы сидите и не можете это принять.